Понятно, видеть лучше. Андрей, только ты можешь ее посмотреть? Мы не видим картинки. А, вот, Алла, видишь картинку? А чтобы... Велим, видно? Велим, чтобы если попадал туда. Ты что-нибудь видишь, скажи, пожалуйста? Да. А вот без картинки нам нужно, чтобы это... Ну, ты, собственно говоря, у вас видео потом будет. Вам надо аудио поставить, надо видео потом купить. Так мы только что сделали, мы скопировали, начали трансляцию. Мы же ключ поставили. Я понимаю. Смотрите, где он. Нет, ты ничего здесь не делай, пожалуйста. Нет, 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 это не здесь. Закрой, пожалуйста. Ничего здесь не делай. Звук идет, а картинки нет. Смотрите на видеозахват. А мы здесь камеру выставляем, если это важно. Это же мы меняем сцену. Нет, сцена меняется здесь, вот здесь источник. Вот здесь нажми устройство захвата видео. Нет, картинки меняются, это понятно. Нажми свойства. Вот здесь свойства, нажми. Не, не, здесь ты ничего не делаешь, вообще ничего не трогаешь. Все, нет, все, закрой крестиком. Все, просто лук и все. Вот он здесь должен быть. Вот здесь никакой скайп, ничего больше не работает. А в лайвстриме у нас видео или там не включено? Вот какая здесь камера? Не, это должно быть. Вот это про должно быть. О, надо поставить. А, все, ясно. О, так. Сейчас будет. Все. Ага. Так, теперь надо посмотреть, чтобы ты где-то, чтобы ты попадал в камеру, где ты будешь стоять. Так нормально же, вот это. По-моему, отлично. Так, хорошо? Может, чуть-чуть камеру развернуть, чтобы батареи не было? Отлично же все. Чуть-чуть камеру развернуть, чтобы батареи не было. Там микрофон. Играй последний раз, и все. Ну, в смысле, не последний раз. Очень красиво. Очень красиво. Замучили, да? А то, что... Все. Все, давай. Ага. Так, добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем наш вечер из цикла концерты лауреатов конкурса имени Леопольда Ауэра. Это наш третий концерт по названию «Месяца» или как у Петра Ильича Чайковского во времена года, он называется «Март». И в этом конкурсе, в этом концерте принимает участие лауреат 7-го международного конкурса имени Ауэра Вильям Хайло и его брат Савелий Хайло. Значит, кто не смог прийти на наш концерт лично, могут смотреть его по ссылке в режиме онлайн, а вы ее увидите внизу на экране. И там также есть ссылка для желающих помочь нашему конкурсу, нашей организации. Также вы можете в этом принять участие. Надеемся, что вы получите удовольствие от этого концерта.
Сейчас я предоставляю слово Вильяму и Савелью. Дорогие дамы и господа, приветствую вас на нашем сегодняшнем концерте. Желаю вам приятного прослушивания. Dear ladies and gentlemen, glad to welcome to our concert. We wish you a pleasant listening. Для вас в программе прозвучит много разных произведений, разнохарактерных и разных по эпохе. Первым в программе прозвучит соната Иоганна Себастьяна Баха для скрипки соло, соль минор, первая, вторая часть, адажо и фуга. Thank you.
камерной сонаты, Тартини, соната «Покинутая Дидона». Камерные сочинения в европейских традициях исполняются по нотам, и между частями убедительная просьба не хлопать. Спасибо.
но потом все же решили, что это будет концертная пьеса, а не крупная форма, чем облегчили очень жизнь на конкурсах конкурсантам и жюри, потому что разный статус и разные условия. И таким образом «Пляска ведьм» стала виртуозным произведением. Прозвучит «Пляска ведьм» и «Кантабиле Паганини», который, я думаю, многие из вас расслышали. Thank you.
Thank you.
и созерцание, которое было переложено Яшей Хейбицем. Это величайший скрипач всех времен, непревзойденный и никогда не будет превзойден. И он также был не только непревзойденным исполнителем, а также и непревзойденным мастером переложения. В чем, я думаю, вы убедитесь через одно произведение. Thank you.
Яша Кефис был гением, виртуозным исполнителем и гением переложений. Но чуть раньше жил еще один гений, мне кажется, один другого сменил. Этого гения звали Фриц Крейслер. Он был величайшим скрипачом того времени, виртуоз каких, ну и до сих пор, наверное, сложно найти. И вот он был также неподражаем в композиции миниатюр. Многие из этих миниатюр, я думаю, вы слышали, и они вам будут известны на слух, а также мы, может, представим одну из малоизвестных. Итак, Фриц Крейслер, «Муть любви», «Прекрасный розмарин» и «Китайский тамбурин». Thank you.
уже да, погоди, да. Повторяйте. Ребят, что из души сыграйте? Что вас привлекает? Больше всего привлекает песня, да, родные. Ну, давайте. Да, мы очень хотим послушать. Нам. По просьбам слушателей разлучит вновь крейсер. Прекрасное название. Прекрасно. Савелий, ты справишься? Спасибо, да, что вы все пришли, но хочу напомнить, каждый четверг, последний четверг месяца, у нас вот такие концерты будут проходить и в апреле, и в мае, и в июне. В частности, последний четверг апреля, 29 числа, выступит лауреат 2014 года Георгий Ибатуллин. Поэтому, если будет желание и возможность, пожалуйста, рады будем вас видеть. А сейчас, если есть желание, у нас будет небольшое чаепитие. Ну, там, какие-то, может быть, зефир, там, ну, какие-то печенье, я не знаю, ну, вот хотели бы угостить, если вот есть желание буквально задержаться, и мы сейчас это все организуем.